Жители города решат, какие общественные территории будут обустроены в ближайшие 3 года. На портале «Живем на севере» продолжается опрос по благоустройству. На выбор муравленковцам предложено 5 вариантов. Например, напротив взрослой поликлиники планируют обустроить сквер здоровья, сделать площадку для отдыха, привести в порядок парковки и проезды. Следующим летом могут обустроить территорию в районе ЗАГСа. Уже разработан проект «Парка Победы», одним из этапов которого станет строительство Аллеи Славы. На портале «Живем на севере» также можно проголосовать за обновление пешеходных зон в Центральном и Российском микрорайонах или обустройство сразу 6 детских игровых площадок. Первый этап голосования завершится 9 февраля. Второй этап голосования предполагается 18 марта. Будут сформированы территориальные счетные комиссии. Мы пригласим жителей на избирательные участки. И там же будет возможность проголосовать за объект благоустройства. Из 3 претендентов выбрать одного победителя. Со всеми проектами жители могут ознакомиться на официальном сайте города в разделе «Комфортная городская среда».